Всем привет! Сегодня у нас на обзоре акция от торговой марки «Лесной бальзам». И называется она «Батл полоскунов», «Батл енотов». Для того, чтобы более подробно узнать об акции, необходимо перейти на сайт polaskun.in.ua. Ссылка на данный сайт будет указана под видео. Давайте разберем, что это за акция и какие призы можно в ней выиграть. Посмотрим, что здесь указано на главной странице. Здесь мы видим призы, какие можно выиграть. Ежедневный приз – это набор профессионального полоскуна. Главный приз – это 3 смартфона Apple iPhone X 64 гигабайта. И 2 типа еженедельных призов – это гарнитура Apple AirPods 4 штуки и портативная колонка JBL Charge 3 тоже 4 штуки. Здесь ниже указана схема, краткая, как участвовать в данной акции. Первое, переходим в чат-бот в Viber. Второе, выполняем полоскательные упражнения на камеру, зарабатываем баллы и выигрываем подарки. Давайте посмотрим более подробные официальные правила акции. Мы видим название акции «Батл полоскунов». Действует акция с 31 октября по 27 ноября 2018 года. Для того, чтобы участвовать в акции, нужно установить Viber вам на телефон, если у вас его еще нет. И на главной страничке акции необходимо отсканировать вот этот QR-код у себя в мессенджере Viber. Либо, если вы зашли с мобильного на данную страницу акции, то нажать на кнопку «Перейти в Viberbot». Далее в чате нужно пройти процедуру регистрации, введя свой номер телефона вот в таком формате 380. И в чат-боте выбрать тип продукта из 8 предложенных вариантов. Открыть в браузере ссылку polaskun.in.ua, и ссылка будет содержать идентификатор пользователя. Авторизовываться не нужно. Далее мы разберем более подробно на моем примере. Далее нужно предоставить разрешение на использование камеры, и после этого на камеру смартфона нужно совершать мимические движения, которые имитируют полоскание рта. При этом камера будет фиксировать полоскательные движения щек и рта человека. За каждое движение насчитывается 1 енот балл. Если мы покажем камере изображение штрих-кода любого продукта лесного бальзама, то заработанные еноты, баллы, увеличатся вдвое. Давайте еще раз посмотрим подарочный фонд акции. Здесь мы видим 28 ежедневных подарков. Это набор лесной бальзам, в него входит вот целый перечень продукции. Далее еженедельные есть призы, это JBL Charge 3 и Apple AirPods. И 3 главных приза, Apple iPhone X 64 GB Space Gray. Далее давайте мы разберем, когда будут проходить розыгрыши призов и по какому принципу будут выбираться победители. Ежедневный приз, то есть набор продукции лесной бальзам, будет разыгрываться случайным образом с помощью сайта random.org, то есть это генератор случайных чисел. Призы будут разыгрываться среди всех участников, которые выполнили условия акции, о которых я говорил перед этим. То есть розыгрыш будет проходить каждый день в 15:00. Следующий приз – портативная колонка JBL Charge 3. Вот она. Она будет разыгрываться 7 ноября, 14, 21 и 28 ноября, то есть каждую среду в 15:00. Также будет разыгрываться она с помощью генератора случайных чисел random.org, но среди тех участников, которые каждый день заходили на сайт проекта и выполняли условия, о которых я говорил выше. Сделали полоскание, зарабатывали баллы. Следующий приз – это гарнитура Apple AirPods. Она также будет разыгрываться каждую среду в 15:00, то есть 7, 14, 21 и 28 ноября. Также будет она разыгрываться с помощью генератора случайных чисел. Но победитель уже будет выбираться среди 10 участников, которые набрали максимальное количество баллов. То есть за неделю 10 участников набрали максимальное количество баллов, и среди них случайным образом будет выбран один победитель. И главный приз – это Apple iPhone X 64 GB Space Gray. Здесь будет 3 победителя, они также будут выбираться все случайным образом. Розыгрыш главных призов состоится 28 ноября 2018 года в 15:00. Один победитель будет выбран среди тех участников, которые хотя бы раз выполнили условия акции. Второй победитель будет выбран среди тех участников, которые 21 день выполняли условия акции. И третий победитель будет выбран среди 50 участников с наибольшим количеством баллов. То есть из 50 участников, которые набрали максимальное количество баллов, будет выбран один победитель. Третий владелец iPhone X будет выбран из 50 участников с наибольшим количеством баллов. В принципе, по правилам все. Кому будет интересно, может более подробно почитать. Здесь есть также вот победители.
Вот эта табличка, здесь уже указано, кто выиграл, какие призы. Ну а теперь давайте перейдем к процедуре регистрации в акции и выполнения действий, которые необходимы для участия в розыгрыше призов. Показываю наглядно, вот сайт. Мы берем телефончик, открываем Viber, нажимаем вот сюда и здесь вот листаем вниз, нажимаем кнопку QR-код. Здесь открывается у нас такое окошко, и вот оно автоматически, видите, отсканировало этот QR-код, и у нас определилось енот. Здесь мы нажимаем на кнопку сообщения, и вот тут есть две кнопки, использовать Viber имя или придумать псевдоним. Я нажимаю придумать псевдоним, ввел свой псевдоним. И теперь вот здесь можно выбрать батл полоскунов, правила, подарки и победители, мой рейтинг и про лесной бальзам. Я нажимаю батл полоскунов. И здесь нужно выбрать один из продуктов лесной бальзам, как и было написано. Ну вот я выберу ягодный хук. Нажимаю кнопку выбрать. И здесь нажимаю кнопку батл. Далее выбираем Chrome. Здесь открывается такое окошко, нужно активировать камеру, запустить таймер и выполнять полоскательные упражнения. Нажимаем кнопку начать. Здесь нужно предоставить доступ к камере, нажимаем кнопочку разрешить. И выполняем полоскательные упражнения. Я, к сожалению, набрал 0 баллов. Здесь я могу удвоить баллы или попробовать в другой раз. Я нажимаю другой раз. Вот у меня написано, что 0 баллов. Можно вернуться в бот и попробовать еще раз. То есть в день дается, я так понял, неограниченное количество попыток набрать баллы. Здесь нужно ввести свой номер телефона в формате 380. Мы ввели, и вот кнопочка «Спробуй еще раз», то есть мы можем попробовать еще раз. Я снова набрал 0 баллов. Вот такая вот акция «Батл полоскунов», в которой вам необходимо зарабатывать баллы за имитацию полоскания ртом. У меня получилось это не сразу, наверное, с третьей или четвертой попытки зарабатывать баллы. Честно говоря, нужно просто приноровиться, тогда все пойдет как по накатанной. Поэтому принимайте участие в акции, зарабатывайте баллы и участвуйте в розыгрыше этих крутых призов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока-пока!